солдат сынама, яратам хаманда. Яратам бит сине, не халити мине, кузлерем бит дышми, синем. Две недели назад, 9 октября, за два дня до выборов, во Дворце культуры «Юбилейный» прошел День первокурсника. Стоит отметить, что осенью 2009 года в Воскресенские высшие учебные заведения поступили более чем 650 человек. Всех их в этот праздничный день поздравляли со сцены «Юбилейного» первые лица ведущих вузов района, руководитель управления образования и представители городских СМИ. После официальной части начался розыгрыш осеннего кубка Воскресенской лиги команд КВН-2009, в котором приняли участие 12 команд. 4 школьных, 5 студенческих и 3 экспериментальных. Лучшей студенческой командой была признана команда Воскресенского колледжа «Побочный эффект». Лучшей школьной командой стала команда школы номер 20 «Правила Буравчика». Гран-при достался команде Центрального межрегионального техникума отраслевых технологий и предпринимательства «Палата номер 9». Люда Смешнова, Виктор Тарасов, специально для первого городского сайта «Воскресенск.ру». Я рада.